Почему вы выбрали для себя именно эту профессию? Профессия меня выбрала. Я стал писать стихи и стал поэтом. Что было для вас самым трудным в вашей работе? Соответствовать времени и его языку. Чем вы больше всего гордитесь? Тем, что мои песни любимы народом. Лунная дорожка на высоком берегу, на крутом. Буду я любить тебя всегда. Ваш жизненный девиз, фраза, которую вы себе говорили в трудные моменты жизни. Работа научит всему. Ваш секрет творческого успеха. Успех всегда и для меня секрет. Меня всегда радует и удивляет, что мои песни становятся востребованными людьми и временем.